компания Крома представила, выпустила продукцию, фармацевтическую линейку для косметического ухода, для домашнего использования. Препараты на основе высокомолекулярной и низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Препараты, которые, вот я их попробовала, я посмотрела, которые очень интересны. И которые, знаете, вот как после, когда мы делаем инъекции, у меня пациенты спрашивают по рентгену, как я буду выглядеть после процедуры. После процедуры будете страшно красивые, потом просто красивые. Вот использование этих средств, они позволяют снивелировать, да, то есть после инъекционной методики может быть небольшая гематома или как небольшое покраснение. То есть в общем и целом впечатление такое вот, ну, как после травматичной процедуры. Продукты, которые представлены компанией, продукты для ухода дома, позволяют улучшить качество кожи, позволяют пролонгировать период распада, то есть увеличить нахождение филлера в тканях. И, естественно, пациент более длительный период остается, знаете, под таким хорошим впечатлением от визита к вам на инъекции.